Ну что ж, вот начинается наша первая игра с этим просто обалденным ресурс-паком. И, в принципе, знаете, что я вам могу еще сказать? То, что я сегодня играю не один, а с моим подписчиком. Это, конечно же, очень классно. Вот мой подписчик. В принципе, я вот, если кто не верит, вот ему привет напишу. Ну, в принципе, да, я не знаю, как это получилось, но он, вот я просто играю, знаете, на Хайпикселе, и тут мне пишет этот пацан: привет, я, типа, твой подписчик. Он там пишет: всем приветики, омлетики, понятно. Понятно все с ним. Ладно, давайте мы, наверное, постараемся, чтобы он не умер, в принципе, да? О, ты кого-то убил? Да ладно. Ладно, надо тиммейтику помочь, все-таки со мной в пати играют. Надо... Да ладно. Понятно, все понятно. В принципе, надо, значит, остальных убить, да? Там кто-то у нас есть. Я вижу. Ну ладно, давайте мы, наверное, пойдем на центр, потому что все-таки этот тиммейт мой, он идет сюда, то есть на центр, да. Так, значит, давайте мы, наверное, вот так вот сделаем. Хоп. Давай лутай тот сундук, а я этот полутаю, значит. Та... Что? В смысле, ничего нет. Как так-то? Ладно, давайте мы, наверное, вот сюда пойдем, потому что так будет лучше намного. Давайте мы вот этого убьем, значит. И теперь вот это. Только, пожалуйста, не забирай мои киллы, я тебя прошу. Да ну! Зал забрал мой килл. Ну, в принципе, ладно. Ладно. Так, значит, давайте мы вот это оденем. 4 яблочка сюда возьмем. Лук на силу. 3. Так, стоп, я там вижу какого-то пацана. Он, я вижу, тоже видит меня. Это, конечно же, очень прикольно, но ладно, мы, наверное, пойдем к нему, да? Давайте мы, наверное, вот так вот, хоп, и аккуратненько поднимемся. Так, тихо. Тихо. Он стоит на шифте, он не знает то, что я подхожу к нему. И он какой-то странненький. Ну да, в принципе, я забыла рассказать тут чуть про ресурс-пак. В принципе, ресурс-пак очень даже, ну, годный для PvP, удобный, все такое. Так, значит, давайте мы, наверное, посмотрим. О, нагрудник. У меня все это время был нагрудник. Да ладно. Так, значит, там спрашивает, как. Мой тиммейт спрашивает. Вот так. Вот так. Так, значит, давайте мы вот этого пацана убьем. Вау, там второй подошел. Ой, нет. Ой, не-не-не. Мне надо выжить. Мне надо жить, знаешь. Как бы там все такое. Ты там можешь их поразматывать, там, что хочешь, делай. О, хорошо, ты его убил. Так, значит... О, мой килл, супер, хорошо. Давайте, наверное, вот так вот отрегенимся, в принципе. Давайте выпьем, наверное, спиды. И пойдем, конечно же. Так, значит, я там вижу какого-то пацана. Я так понимаю, он видит меня, но это не точно, кстати. Так, в смысле, зомбарь? Чё за... А ты, здравствуйте. А что с вами? Все, я его убил, хорошо. Мне интересно, там еще кто-то есть или нету? Надеюсь, что нет. Очень на это надеюсь. Так, значит, пожалуйста, тиммейт, не упади. Я очень на это надеюсь, потому что... Агирыч, Стилерич. Понятно, застилил у него килл. Ясно. Ну, сори, бро. Так, значит, давайте мы, наверное, что ли... Что мы сделаем? Что мы сделаем? Так, пойдем к тому пацану, конечно. Я не знаю, правда, кто это такой. Ой, у меня что-то пинг пролагнул. Ну, ладно, в принципе. Не то что... Давайте мы, значит, к нему вот так вот идем, да? В принципе, он, наверное, нас там видит уже, да? Я уверен. Вау. Вау. Только, пожалуйста, аккуратно. Не умри. Хотя, можешь умереть, в принципе, мне все равно, да? Давайте мы его вот так вот уже замочим. Наконец-то мы его убили и сделали 5 килов. В принципе, как и мой тиммейт. То есть, мой тиммейт. Да, мой подписчик. Да, молодец, прикольно получилось. Ну и мы приступаем к следующей игре. Погнали! Ну что ж, вот и началась наша, в принципе, следующая игра. И, да, я зашел на соло-мод, я все равно играю с подписчиком, конечно. Но на соло-моде, сейчас посмотрим, кто кого выиграет, в принципе. Ну, или как это правильно сказать, я не знаю. Кстати, где он именно, мне интересно. Он вообще еще жив? Да, он жив. Это, кстати, он или нет? Нет, это не он. Окей, показалось. Ладно, давайте мы, наверное, посмотрим. О, перлики. Перлики — это хорошо, перлики — это классно. Давайте мы, наверное, вот... Ух ты, ё, чё ты так далеко построился? В смысле, парень? Мы так не договаривались, как бы. Я вообще не понял, чё ты так далеко построился. Ладно, давайте мы, наверное, к нему вот так вот тэпнемся, застрянем в блоках, конечно. Ну и, в принципе, его убьем. Логично. Давайте, мы сделали уже 2 килла, надо сделать побольше еще. Так, значит, давайте мы бежим вот сюда. Там еще жив этот Хэндехох, или как его там, ну, этого, короче, моего подписчика так зовут. В принципе, что? Что? Давайте мы его убьем. Есть, я победила, обалдеть, я его только что убил. Прикольно получилось. Обалдеть, просто поняли, я, короче, был под силой, то есть я затащил без нагрудника, серьезно.
Это получилось, даже если честно, очень классно. И сделали, ну, 4 килла, в принципе, сойдет, зато у нас оставалось там сколько, 2 хп, и я победил, это прикольно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, а вот же мой, кстати, подписчик, да, всем пока!